Сейчас многие напишут, опять какой-то хайпажор вылез и начинает что-то рассказывать про канал типа Абракадабра, новое разоблачение. Нет, ребята, всем привет, вы на канале Артем Хуртов. Сегодня на самом деле будет разоблачение на канал Абракадабра. Вот. Что в этом ролике вас ожидает? В первую очередь, я не хочу разоблачить то, что он, как многие сейчас записывают видео, типа он бьет Саида, там переоформляет квартиры на кого-то другого. Ну, может, видели последнее видео, где он купил бабушке квартиру. Нет, этого сегодня всего не будет, мы просто сегодня покажем истинное лицо Александра. Можно сказать, как он себя называет. Но на самом деле зовут его далеко не Александр. Так что запасайтесь булочкой, садитесь поближе к мониторам и да и все. В общем, не будет супермонтажа какого-то крутого, ребят, сразу говорю. Сегодня все по факту, коротко, ясно и по сути. Приятного просмотра, погнали. Сегодня мы находимся на Курском вокзале. Вот, лук. Надо видеть. Мясо, мясо. Ну, не надо, ну. Ну как чеснок, нормально? Острый? Да. Сюда загуй. Репу, да? Сюда загуй. Репу давай. Да, ребята, я тоже был в шоке. Так что продолжаем смотреть. Да, у нас спор. Пузырь водки. Нужно выпить. Готов ты это сделать? Поехали кататься. Два захода. Передача «Давай на спор», российская версия. Простите меня, дебил! А сейчас держите свои пуканы, чтобы это все показалось истиной. Смотрите этого персонажа, который немалую роль сыграл на его канале. У нас есть, значит, человек, который за 200 рублей съест острый перец. Итак, за один перец мы платим 200 рублей. Вот деньги. Вот человек, который готов съесть перец острый за 200. Все здесь. Вот. Бомбануло! Охуели! Да у меня перец! Как ощущение рассказывай? Ты кушаешь плохое. Пиздец, да? Чем быстрее ты съешь? Вот и запить, да. Молоко, о, дай, молоко дадим, чтобы не жгло. Почему плохой? Хороший. Острый. Витамины. Дима, то есть Саня, да я уже перепутал, как тебя на самом деле зовут, Дмитрий Саратов. Я на самом деле не понимаю одного, почему эти видео со старыми роликами ты до сих пор еще не удалил. Ты же наверняка знал, что этот ролик кто-то увидит и также сделает на него обзор. Я одного не понимаю. А у нас есть человек, который готов за 100 рублей съесть роллтон сухой. Все, вот держи. Как ощущение? А? Как ощущение? Ощущение, он немножко соленый. Да, ребята, вот такие могут быть дела. Канал Миллионник, который ведет такую аудиторию за собой и не удаляет старые ролики. Так что напишите по поводу этого в комментарии. Почистили бы вы какие-то старые материалы по этому поводу или нет. Потому что также рекламу они, кстати, давали у «Хочу пожрать» с вот этим как раз, с этой как раз нарезочкой. Я ее тоже вставлю в это видео, так что посмотрите. Ребята, всем здорово! Хотел бы вам порекомендовать очень крутой канал, называется он Абракадабра ТВ. На канале мужики выполняют такие необычные задания за деньги, что голова кругом. Помимо прикольных роликов, на канале... Да, у нас, короче, новая личность, и он готов выпить бутылку шампанского за 2 минуты, как он сказал. Вот, ну, поздоровайся. С вами стоило. Да я сам, блядь, в шоке был, ребята! Чё вы думали? Для
того, чтобы что-то иметь в этой жизни, да, нужно как минимум оторвать жопу по пробу. Всем привет, Александр Кондрашов сегодня. Всем привет, ребят. Так что, ребят, я не вижу смысла записывать какой-то большой ролик по этому, на эту тему. То, что я обещал, я вам показал. Ну а там уже дело за вами. Так что это видео могут скоро удалить, забанить, я не знаю, могут просто накидать мне страйков на мой канал. Вот. Так что перезаливайте его, сохраняйте к себе, ну и пересылайте своим друзьям. Ну, у меня все. Подписывайтесь на наш канал, на наши социальные сети. Пруфы будут в описании, на все социальные сети Александра тоже будет в описании. Ну, если понравилась эта рубрика, ставим пальчики вверх, ну и подписываемся, естественно, на мой канал. И колокольчик, ребят, не забывайте. Все, давайте, всем пока!